Несмотря на распоряжение примара, киоски растут как грибы. Выдача разрешений на работу установленных или переустановленных киосков на улицах города прекращается окончательно. Таково было распоряжение генерального примара Кишинева Дарины Киртуака. Однако по улице Армянской этим летом стремительными темпами выросли новые киоски. И не один, а более десятка. В секторе центра не было установлено ни одного. Я думаю, что примария права и потребовала обоснованно не устанавливать новые киоски, потому что для начала надо провести инвентаризацию во всех секторах. Жители вынуждены ходить по проезжей части улиц. Тротуары забиты киосками и местами для парковок автомобилей. Ситуация близка к катастрофической, а Дарин Киртуака тем временем предлагает огородить центральный рынок новым забором. При том, что на дороге Армянской и так бесконечные пробки, пешеходам нет прохода, улица превращается в беспорядочное столпотворение торговых центров, ларьков и магазинов. Ну, их слишком много, на мой взгляд. То есть все это, конечно, бессмысленно, потому что никогда это и не получится, в принципе. Да и не нужны они населению. Но слишком много. Вот я сейчас ищу, кстати, нужный мне адрес, они мне очень сильно мешают найти его. Сносить. А что еще можно? Да если мешают, то, естественно, да, конечно. Это уже нужно исследование проводить. Состояние киосков оставляет желать лучшего. У некоторых разбиты стекла, отсутствуют стены, нет термоизоляции. И что уж говорить о тех ларьках, в которых продаются продукты общественного питания, где не соблюдается температура хранения и сроки годности. Продукцию в таких ларьках покупать небезопасно. Зачастую она не хранится в холодильниках, а значит, есть высокий риск отравления. В ходе расследования стало известно, что предприниматель установил киоски еще в 2005 году, вопреки другому закону, который запрещает установку киосков в историческом центре Кишинева. Почему спустя 7 лет в эпицентре конфликта городских киосков владелец получает разрешение на установку ларьков? Ну, все нюансы я не знаю. Сейчас, в принципе, занимаюсь этим вопросом по поручению примарии. Но есть решение высшей судебной палаты, и согласно этому решению владелец посчитал, что он имеет право их опять расположить на том же месте. Согласно информации, предоставленной лицом, который пожелал остаться неизвестным, разрешение на установку выдал не суд, а муниципальный совет. Киоски были установлены, однако не авторизированы. Кроме того, примария запретила давать какие-либо интервью по вопросам киосков. Вот это распоряжение. Вам лучше обратиться туда. Они вам дадут самую полную информацию. Власти выносят законопроекты как романы. И уже неудивительно, что на деле все оказывается совсем наоборот.